В этом году очень много красных маков цветет. Как бы поздно началось лето. Интересный день сегодня. Толпа вертолетов летит на близлежащие скачки. И люди с Лондона приезжают сюда, в такой аэропорт вертолетный, и отсюда уезжают, разъезжаются дальше по Англии на вертолетах. Сегодня порядка 30 вертолетов в короткое время присаживалось здесь для того, чтобы взять своих пассажиров дальше. Сейчас пойдем посмотрим, где этот аэропорт находится. И сегодня встретил по дороге с Лондона в сторону Портсмута огромное количество Бентли, Мерседесов, Порше. И вот где-то в 10 часов начинаются скачки недалеко отсюда. Люди приезжают с Лондона в такой аэропорт и затем разлетаются на вертолетах. Этот прилетает за очередной партией пассажиров, приземляется. Вот здесь такой полевой аэродром для вертолетов. И в основном вертолетами пользуются богатые люди, но сегодня движение конкретное. В 8 утра каждую минуту приземлялось и улетало порядка 3 вертолетов. А вот вдоль поля вы видите, пасутся фазанчики. Сейчас, если получится увидеть. Еще один вертолет идет на посадку за пассажирами. Напомню, что это не Лондон, а пригороды Лондона. А вчера в Лондоне какое-то сумасшествие творилось с транспортом. И я заметил, что основное количество водителей, которое нарушало правила, были афроангличане. Если можно так выразиться. Это все частные вертолеты. Сейчас возьмет своих пассажиров, которые приезжают на дорогих машинах сюда и оставляют машины здесь. Берут вертолет и им так удобнее. Ну, своеобразный вид отдыха. Пошел на взлет. Забрал свою партию человеков. А в это же время идет на посадку совсем другой, с другой стороны. Все, этот улетел в сторону английского канала или в сторону Портсмута. Один приземляется. Прикольно, не видел такого до этого. На авиашоу было вот такой вертолетный вертопорт, еще не видел. Садятся в пшеницу. Ну там специально подготовленное поле соседского фермера. Этот, который 5 минут назад приземлился, взял пассажиров и делает доставку. Такое своеобразное вертолетное такси. Пошел. Тут же недалеко возле вертолетного порта фазан делает детишек с фазанихой. И абсолютно не боится. В этой окрестности фазанов довольно много. Резкость вижу не очень. Но вместе с тем. И вот вдалеке сейчас увидите, наверное, вертолет поднимается тоже. Начинается.
Пошел с пассажирами. Прилетает еще один. Следующий идет на посадку. Какой интересный звук. Еще один летит. Вау, это тоже на посадку идет. Еще один подлетает, не меняя камеры, не выключая, чтобы не думали, что я их монтирую. Смотрите, где он? Вот он. Камера, зараза, гуляет. Вот садится. О, этот беленький, красивенький. Один взял пассажиров, пошел на взлет, который раньше приземлился. Сейчас будет стартовать следующий вертолет. Что интересно, практически ни один из них не останавливает винты. Прилетают 3-4-5 минут, забирают пассажиров и улетают. Сейчас, по идее, должен начать подниматься один вертолет. Посмотрим сейчас. Если видите, вдалеке пропеллер болтается как раз над... Болтается, крутится как раз над... Пшеница. Во, пошел на старт. Серый с красными полосками. Разворачивается. Аккуратненько. Это, скорее всего, частные люди, типа такси воздушного. Осуществляют доставку с пункта А в пункт Б пассажиров, которые за это платят. Красивые вертолеты. Когда-то у нас на Украине были попытки таких вещей, но как бы остановились. Смотрите-ка, демонстративно показывают свое умение. А в августе этого года побываем на авиавыставке, которая в пригородах будет отбываться. Происходить, вернее. О, этот отлетает, а этот садится. Смотрите. Вау, красивый.
Полетели, полетели. Один прилетает, а другой улетает. Большая красивая стальная стрекоза. Бай-бай. А в это же самое время на дороге, ведущей к дому, расцвелось огромное количество красивых желтых цветов.